Всем привет! Пока обстановочка такая. Я тут занимаюсь мангалом, а Костя нанизывает мясо на шампуры на кухне. И я, пожалуй, подброшу еще пару дров, покажу вам, как это происходит. Как раз вот с фонариком и чёток. В смысле, не буду доставать фонарик дополнительный. С телефона как раз буду снимать. Вот где все прячутся. Тофочку. Кошечку. Мальчик. Мальчишечка серенький. Так, дикие кошки сбежали. Тут еще где-то Микки спала. А вот моя зайчка спит. Ну, тут, в общем, все. А, вот черная кошка. Вроде бы все-таки кошка. Вот она как-то даже двигается, как девочка. Вот дрова все, которые мы заготавливали. Тут более такой хворост. Сейчас уже беру такие потолще дровишки, но не сильно толстые, чтобы прогорело. Ну вот здесь вот можно взять как раз. Такие вот взяла немножко. Мне, в общем-то, пока хватит, я думаю. Вот здесь еще дрова. Пока есть газ, бабушка дрова все равно экономит. Поэтому пока дрова даже и не использовались. Коты прикрываются вот так. Ой, я вам не показала, где дружок. Идем обратно. Вот опять черная кошка. Одни глаза. Сейчас вам покажу, где дружок. О, нету дружка. Нету собаки. Вот дикие кошки. А где же дружок? Он ушел, что ли? Ушел туда? Дружок! Ясно. Дружок ушел. Он обычно здесь спит. Не знаю, куда он сейчас делся. Двери прикрываю так, чтобы коты могли выходить. Вот так вот, вот так вот. Я тут еще за дровами чуть сходила. И снимаю заодно короткое видео для телеграмма. Все, подкидываем дрова. Или уже не подкидываем, уже жарим шашлык. В общем, подкидываем еще дрова. Ой, смотрите, кто здесь. А вот он где. Иди сюда, мой мальчик. Иди сюда, мой мальчик. Ой, это не снег пролетает, это пепел пролетает. Иди сюда, мой мальчик. Ты мой хороший. Ты мой хороший. Да. Он решил к нам прийти. Спал в сарае, наверное, уже выспался. Перед Новым годом тоже выспался. Теперь будет встречать. Да.